предупредили меня за 2 дня. Сессия прошла нормально, более или менее спокойно. Решение было, естественно, принято большинством. На предыдущей сессии они приняли, дали сгоду на об'єднання, а на этой сессии было принято проект решения про добровольное об'єднання на основе одного и того же регуляторного акта. Насколько это законно, не знаю, будем разбираться. Суд был подан иск? Да. Это он был подан на решение сессии о назначении референдума или о... Нет, он был об отмене громадских слушаний. Это подали наши активисты, а мы сейчас работаем над более масштабным, глобальным иском уже, что касается референдума и всего остального. Какая-то юридическая помощь из областного совета, рабочая группа, которая должна была, согласно... Вообще ничего, только все на уровне разговора, все своими силами. Вы обращались после своего первого визита к Курбанскому еще раз вторично, ездили к нему группой? Нет, что-то... Курбанский сказал, что он сообщит, когда нам нужно прибыть в облсовет. Вот ждем еще, наверное, до конца этой недели, потом позвоним сами. Другая рабочая группа, которая тоже вроде как озвучена была, она существует. Вы в курсе, что она делает? Понятия не имею. Вы не узнаете об этом ничего, да? Ну, может быть, прокомментируйте просто, в принципе, с каким вы настроением вышли. Вы же ожидали такого результата? Я вышла с хорошим настроением. Мы сегодня, кроме этого решения, приняли достаточно много хороших решений. Это там и по детскому садику, и по тарифной сетке. То есть было много хороших решений принято, поэтому я, в принципе, довольна своей сессией.